после Большого Взрыва все движется в направлении наибольшего притяжения. Вот почему Вселенная неоднородна, а представляет собой галактики и группы галактик. Это означает, что Млечный Путь тянут к себе другие галактики и группы галактик, расположенные поблизости. Это означает, что доминируют в этом процессе массивные объекты. И это означает, что не только наша галактика, но и все окружающие испытывают влияние этих тягачей.